помогают бороться с нарушителем на дорогах и наши телезрители. Сегодня мы показываем кадры, которые прислали Станислав Корнаков, Дмитрий Ханов и Елена Клочкова. Нетерпеливость может стать причиной штрафа, по крайней мере, для этого водителя точно. Он решил объехать затор по обочине, а наказание за это 2000 рублей. Немалый штраф мог бы заплатить и этот водитель, который развернулся через двойную сплошную. Если бы это видели инспекторы ГИБДД, то нарушитель мог бы стать беднее на сумму до 1500 рублей. Вообще лишить прав на срок до 6 месяцев можно этого водителя. Он нарушил сразу два правила, проехал на красный, при этом пересек две сплошные полосы. Но так как инспекторов во всех случаях рядом не было, то наказанием для этих водителей станет сомнительная известность. Если вы стали свидетелем хамства на дороге и регистратор это зафиксировал, присылайте видео по электронной почте. Самые яркие кадры покажем в нашей рубрике.